Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Итак, дорогие друзья, мы находимся в лаборатории ВРЭ, а именно та самая лаборатория, где у нас должна находиться сыворотка для этого, как его, почему я его все время хочу назвать Virgil, может он не Virgil, не знаю, ну кто-то он на В, короче. В общем, этот супермутант в разбитых очках, бывший ученый из института. Так, у нас здесь ловушечка, так, кристалл, оптическое волокно, хорошо. Мы все это обезвредим и будем, в общем, отремонтируем. А, вентилятор, окей, понятно. Будем аккуратно двигаться, потому что здесь, походу, какие-то странные прям ловушки. Еще вот этот красный цвет, он мне прям совсем не нравится. Ну, нормально, ничего не случилось. Так, мертвый синт. Что же здесь такое было-то? Да, так. Ядерная батарея. Стимулятор, очищенная вода. Разводной ключик. Так, опа. Что за кнопки, ребят? Ну-ка. О, а это? Ага. Ага. Типа никто сюда не пройдет. Понятно. Такс. Вообще, у меня есть задание, чтобы я как-то переключил. Там какая-то хрень опустилась. Главное, чтобы это была не пулеметная турель, блин. Это будет совсем плохо. Так, где же разное? Наверное, может, это здесь где-то? Знакомиться с делами. Не-не-не-не-не. Запустить зашифрованную голозапись. Так. Все не то. Короче, понятно. Все не то. Черт! Так, я знал, что все будет непросто. Готово? Готово. Отлично. Ого, подождите. Штурматрон? Бляха, муха. Черт. Где он? Подождите, где он? Вот этот, что ли? Я что-то нифига не понимаю. Это... Ой-ой-ой, еще одна турель. Да ёлы-палы, у вас здесь невероятное количество этих турелей. О, подождите, как-то ее взорвал с первого выстрела. Может быть, нужно было попасть в красный глазик, кстати говоря. Не знаю, сахарные бомбы. Где он? Кто? Это куски туры... Боже мой, тихо. Так, свининка с бобами, мы это все заберем. Так, о! О, сколько полезных вещей. Может, он за стенкой? Хрен знает. Все эти железячки я заберу, потому что они явно полезные. Так, я могу взломать или с терминала? Ну-ка, давайте попробуем. Ника, блин, нету, жалко. Печаль какая. Так, давайте попробуем какое-нибудь слово разнообразное. Пусть будет слово бумага. Сходство 0. Да, слово... lower. Нет, lower не получится. Надо, чтобы буквы по-другому были расположены. Month. Тоже сходство 0. Тогда... There we go. О, да ладно, фига мне повезло. Так, управление турелями. Отключить. Отлично. Так. Дистанционное управление дверью. Открыть дверь. Зашибись.
Так-то лучше. Сохранимся на всякий случай. Турели больше не работают, но штурматрон будет работать, если он здесь есть. А он здесь есть. Так, большая бутылка. Большая бутылка с соской? What? Прикол. Это пустышка. Так, стимулятор, пакет крови, сенсор. Сенсор, наверное, мне пригодится. Вот я слышу, там кто-то расхаживает. Это, походу, штурматрон. Так. Разводной ключ с пробойником, модификация. Чё? Чё за... О, чёрт. Фак. Чёрт тебя дери. Господи Иисусе! Ребят. Господи боже, что ж так жестко-то? Охренеть! О! Ни хрена себе! Это что сейчас было? Это что за... Мать её, что это сейчас было? Боже мой! Он меня просто в мясо! Охренеть! Скипидарчик, блин. Что ж, мне теперь шкериться, что ли? О боже! О боже! Твою мать! Ладно, я попробую сбежать куда-нибудь, я не знаю. Господи, боже мой. Так, легкий. Турели еще какие-то. А почему это она... О, господи, почему он не взорвался от собственных этих? Боже, что там он делает? Какая жесть. Блин, блин. Пошел к черту. Господи, отстань. Иди к черту, падла. Ух, ё-моё. Так, давайте-ка. Секунду, мне надо немного упороться. Так, хорошо. Для начала я подлечусь. Так. Где у нас тут? Мясо болотника вот схаваем. Так, и мне нужно. Психа надо включить. И, наверное, мне нужно... Где винт? Вот винт. Черт тебя дери, падла! Есть! Фух! Ёлы-пал! Офигеть, у меня слишком много вещей. О, боже мой. Это было мощно. Это было реально мощно. Так, хорошо. Давайте откроем способности мои. Так, на стриме я успел уже прокачать свинцовое брюхо на полную. Вообще никакой радиации при употреблении пищи. Вот, при употреблении пищи. Так, мне бы надо, блин, вот сумку качать. Но нужна сила 6. У меня сейчас сила пяток. Сила пяток. Так. Чтобы мне такое качнуть. Запугивание-то ни хрена не работает. Фигня полная. Эти все уже не качаются, нужно более высокий уровень. Так, это тоже хорошо, но не слишком. Так, это взлом сложных замков. Что я тут еще качал, но так и не выкачал? А, дуэлиста можно качнуть. Неавтоматические пистолеты 60% больше урона. Дальность стрельбы увеличивается. Ну, да, хорошая вещь. Хорошая вещь, но, в общем... Мне бы надо сюда вкладываться. Ладно, давайте я в силу вложусь. И на следующем уровне уже... Вот, мне открылось крепкий хребет. Так что будем таскать дофигища всего. Фух, ёлы-палы. Так, окей. Я упоролся. Нормально. Так, предметы, одежда, оружие. Что-то надо выкидывать. Криогенную гранату, наверное, надо выкинуть. Хотя мне это не особо поможет. Она что-то не супер. А что это у меня? 250 из 260.
А, ну вот, все, я могу нормально ходить. Чё, криогенных гранат столько весело, что ли? Фигня какая-то, нет. Я в это никак не верю. Так, я вообще сохранился? Нет, вот сейчас сохранился. Господи, боже мой. Вот это жесть, реально. Вот это прямо пипец какой-то. Так. Что ты там опять пищишь, падла? А, он успокоился. Все, я понял. Он же успокаивается, типа. Так. Главное, отключил турели, а они все равно стреляют. Наверное, это какие-то другие турели, не относятся к тем. Горелка Бунзена. Пусть стоит эта горелка Бунзена. Так. Все же помнят с химией горелку Бунзена. Так, шпильки, свинина, микроскопы. Я точно с собой таскать не буду. Так. Тихо. Не вижу. Не вижу пирата. Так. Может, что-нибудь полезное здесь найду. Да, жрачка. Так. Ой. Кошатина? Окей. Здесь кошка лежит. Пипец. Ладно, не буду кошатину есть. Я собачатину я ел, так что... Так что, what the fuck? Берем. Собачатина я что-то не брезговал, да? Так, черный халат института. Стимулятор. Так, ядерная батарея. Форма охотника, ну-ка. И что это у нас здесь? 30, 15, 15. Ну и что, это в принципе то же самое. Урон 37. На батарее. Сфокусированный, усиленный. Нет, мне это неинтересно. Так. Здесь много полезности, я вам скажу. Пока не вижу ничего. Опа. Чёрт! Fucking shit! Да что за мать его? Отлично, блин. Послабее, чем снайперка. Предохранители, катушки. О! Шахматная доска, чудесно. Так, а здесь что? Yes. О-о-о-о. А чё здесь супермутант делает? Чё за... А это, наверное, та. Чё здесь супермутант делает? Ты ещё, что ли, какой-то работник? Сгорел на работе. Так. Sweet. Sweet. Кошатина. Боже мой, откуда столько кошек, серьезно? Что за фигня? Че ты все пищишь-то, а? О! Скрытная атака! Двойной урон. Вот оно что. Вот оно что, мать его. А я-то думал. Как я так быстро ту взорвал? А я ее просто скрытно взорвал, оказывается. Так, планшет. Терминал легкий. Хорошо. Хорошо, что в институте, блин, в биолабе. Легкие для взлома терминалы. О, боже мой, у меня опять перевес. Так. Как я могу игнорировать всякие тут военные электросхемы, а? Как я могу это все игнорировать, боже мой? Это же так прекрасно. Ладно, надо что-то решать. Надо что-то решать, что-то выкинуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Форма БС, очки сварщика. Что-то со всем этим надо, конечно, делать. Чистый черный костюм. Можно одеть, буду в чистом. А, что-то коленка заболела. Сори, ребят. Ракетницу, блин, мне эту дали еще теперь с весом 2. Для того, чтобы призвать минитменов. Ерунда какая-то. У меня оружия много. Мне реально нужно оружие куда-то складывать. Вот я еще короткий штурмовой карабин, я не помню, где-то достал. Кстати, он неплохой, и он пользует патроны 5.56. У меня не было до этого оружия, которое бы так... Хотя нет, наверное, было, но сейчас вот это единственное оружие.
на 5.56. Кстати, куда-нибудь его надо бы это поместить, что ли. Пусть будет на вот сюда. Так. А я даже не знаю, что мне выкинуть. Значит, что-то из разного будем выкидывать, да? Галлий. Нет, вот из хлама. Что-нибудь из хлама будем выкидывать. Так, литросхемы весят по двоечке, кстати говоря. Сканеры по троечке. Ядерные материалы с них. Ух ты, елки, проводка. С ума сойти. Сколько всего полезного. Лапа когтя смерти. Кость да кожа. Конечно, это чудесное, но она весит пятеру вообще. Зачем она мне? Черт подери. И ведь сейчас отсюда хрен куда выйдешь. То есть ничего не приготовить, ничего не сделать. Нет, я могу теоретически сейчас свалить, так как я это делал на стриме с помощью телепорта. Но потом обратно возвращаться, это тоже отдельный геморрой. Я не хочу. Так, предохранители вообще ничего не весят, по сути. Лапу бы выкинуть, правда. Ладно, неохота мне лапу выкидывать. Не каждый раз мы убиваем когти смерти, правда ведь, да? Моды разные, по 0.5 весит. Так. Одежда. Я правда не знаю, от чего мне избавиться. Мне все нужно. Мне все нужно. Я хочу больше тащить с собой, ребята. Хочу намного больше тащить. Комбинезон института. Вес 3. Вот его выкинем. Так. Очки сварщика я оставлю. Шанка куда же без нее. Фуражку тоже нельзя выкидывать. Чистый черный костюм. Ну, это тоже в помойку. Обойдемся как-нибудь без него. Так. Хотя костюм ничего так. Жалко. Жалко выкидывать костюм. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь. Допустим, Сходство 1. Сходство 1. Давайте попробуем тогда искать букву Е. Ерм? Нет. А почему Е именно? Я могу любую искать вообще. Любую из четырех. Факт не подходит. Last не подходит. Join не подходит. Send. Amen. О, получилось. Так, дистанционное управление дверью. Открываем. Отлично. Так, управление турелями. Отключить. Правда, это такое чувство у меня, что я отключаю те турели, которые я уже, мать, взорвал. Понимаете, да? Так. А, то же самое. Окей. А зачем? Не знаю. Нихренище. Нифига себе. Нифигулечки. Это что это? Вау, ребята. Что это вы здесь творили-то, а? Офигеть. То есть, а, вот этот супермутант, который там валяется мертвый, он, наверное, отсюда вырвался. Психа больше не действует, какой ужас. Психа довольно долго действует. Одного моба его использовать как-то не очень. О, голозапись есть. Состояние объекта. Уничтожен. Да блин. Уничтожен. 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 Отмечен, утилизирован. Нормально. Скончался. Утилизирован. Оперативные отчеты. Удалено что-то. Все запросы, понятно. Чинову вечно одно и то же. Подал официальную жалобу директорат. Это тестирование не дает никакой ценной информации. Органический проект был отделен несколько десятилетий назад. Зачем мы до сих пор этим занимаемся?
А, Вёрджил его зовут, да. Значит, я правильно назвал? Вёрджил? Класс. Так, личный дневник Брайана Вёрджила. Somewhere not even the coursers can find me. Everything that we've done, the lives we've taken. If there is a God, may he have mercy on us all. Ага. Ага. Какие-то были тут опыты прям. Стоп, подождите, это я... А где же мне сыворотку-то найти? Подождите. Ну я дошел. Записи об исследовании, ну-ка. Где же сыворотка-то? This is Dr. Elliot reporting for the Bioscience Division. March 22-24. We just received another batch of subjects. But as my previous report stated, we're at an impasse here. More of the same won't help. The two most promising strains of FEV have been adapted to an ideal state, but we're still missing something. I am officially echoing the team's position. The most likely progress for our research on synthetic organics requires new avenues of exploration. Additional Commonwealth subjects will not help. It's the same problem across the board, exposure to too much radiation. We need something, someone new. There's a proposal we'll be putting forward. I am not entirely comfortable with it, but it seems the best course. Ага, вот речь идет как раз о том, чтобы... Найти Шона. Сенсоры. Так. Где же мне сыворотку-то взять? Подождите. Здесь нифига нету. Если я туда выйду, то что? Все, что ли? Странно. Давайте на всякий случай сохранюсь. И мы посмотрим, куда я сейчас выйду. Что, какой-то еще черный ход, что ли? Ха. Так, интересно. Здесь мне, значит, не пройти. Может, я даже убьюсь. А, просто нельзя. Так, окей. Терминал ухода в лабораторию. Ну-ка. Отключить лазерную сеть. Лаборатория ВР закрыта в связи с потенциальной биологической опасностью. Вход в это отделение комплекса запрещен. Запрос на дополнительную информацию можно подать в тройном экземпляре в наш отдел учета. Супер. Сеть отключена. Ну и что дальше? Это мне никак не поможет найти сыворотку. Мне нужно вернуться и узнать, где здесь есть сыворотка, которую он не доделал. И я, честно, без понятия. Потому что здесь ничего... Стоп, экспериментальная сыворотка? Все? Так просто? Да, так просто. Окей. Даже не пришлось особо шариться. Так, ну что? Сыворотку мы отдадим, чудесно. Терминал входа очень сложный. Хе. А можно зайти по-хитрому. Сзади. Так, там... Ё-моё, там горилла. Ни хрена себе. Так, вот что еще я хотел. Диктофон. Прикольно. Так. О, а это куда? Я не знаю, тут гребаный лабиринт, а не институт. Просто реально лютый лабиринт. Это, конечно, все не передвинуть, и мне туда не пройти. Это странное место. Бутылки пустые. Так, а где же был вход-то в это подсобное помещение? Вообще, где я?
боже мой, где я? Серьезно, я столько раз, блин, задаю этот вопрос постоянно. Где я, боже мой, где я? А, вот, все, вот. Вот вход в лабораторию ВРЭ. А, здесь вот, я эту дверь не открывал. Черт. Ладно. Готово. Что у нас здесь? А, какая-то ерунда. Так, во. Это хорошая вещь. Все остальное мне, в принципе, не нужно. Некуда все это пихать. Так. Ну, здесь я уже все забрал. Так, хорошо. Значит, я вот сюда шел. Да, прошел через те помещения. В принципе, все здесь осмотрел уже. Вот, терминал отдела бионауки. А, объявление отдела, значение pH почвы. Понятно, неинтересно. Так, что-то я забегался. Что на институте? Чудесно. Что-то они тут выращивают. Everyone's excited about the new synth project. Угу, супер. О, здорово. Доктор. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. I look forward to learning more about it. In that case, let me give you a brief overview of what we do here. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. Настоящие? Синтетические? The gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, you've done a good job making them seem lifelike. The initiative is still in its early stages. But the prospects are very exciting. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided whether you'll join us? I'm not sure. Right now, I'm just trying to keep an open mind. It's a big decision, I know. But it's also a rare and important opportunity. No need to rush to judgment. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Так. Tell me more about those synth gorillas. On the whole, I'd say they were a success. Their behavior does generally match what our historical data says it should be. Unfortunately, we had a few early setbacks. The creatures can become suddenly aggressive, and they're quite strong. They destroyed two of their synth handlers. So now we keep them in an isolated habitat where they can be safely observed. Понятно. Так, надо мне шлем снять, а то он как-то не тру смотрится. Ставлю так пока что без всего. Текс. Кстати, есть у меня какой-нибудь костюм-то? Не, ну просто есть костюм серебряного плаща у меня и все. Беретик откуда-то у меня, я не помню. Откуда я вообще взял? Так. Пойдемте на гориллу-то посмотрим. Dr. Holdren's Synth Gorilla Project is showing promising results. Офигеть. Feels like this project has been going on for months. Зачем вы сделали горилл синтов? Серьезно, я не понимаю. Это же все равно не настоящие гориллы, это синты. Если бы вы могли клонировать... Это другое дело. А это получается, конечно, не то. Совсем не то. Так, пойдемте в институт. И посмотрим какой-нибудь другой отдел. Я в предыдущей части весь институт осмотрел. Ну как, холлы осмотрел. А вот... Да, спасибо. Спасибо, блин. Очень сложно. Понятно. Не вскрыть, значит. Ну что, роботы? Пойдемте роботов посмотрим. Дело робототехники.
Вау. Нифига себе. Involuntary twitching and rapid eye movements while sleeping can only mean one thing, Max. You just don't want to admit to yourself what it means. If you're about to launch into one of your impassioned speeches about artificial sentience and machines with souls, don't bother. I've heard enough of them by now. Hell, I can write them down from memory. But we can't just ignore the question. If a synth can dream, why can't it have a soul? And if a synth has a soul, then it is a living person by every standard. Hello. Of course it is far more comfortable to think of them as machines, so we can do what we want with them. If you disapprove of the work we do here, Dr. Benet, you know where to find the teleport. Well, just a moment. I never said that. I'm simply trying to open everyone's eyes to new possibilities. Wow. Well, it's an unwanted distraction. We're men of science, not philosophers. You do well to remember that. Они тут, блин. Они тут, блин, идеальных людей создают. Офигеть. Получается, что синты и сны может видеть. То есть, ну да, создается тогда вопрос-то. Чем это отличается от человека? Офигеть. Вау. Ничего себе. Тут, значит, скелет собирается. Кровеносная система. Тут наращиваются мышцы. Кровь, видимо, добавляется. Ё-моё. Так, а как плоть появляется? Ну-ка. Ух ты ж, ё-моё. Ничего себе. Офигеть. Да. И здесь уже кожа. Каким-то макаром. Ну вообще, конечно, я вам скажу. Вот это да. Офигеть. Так, посмотрим, что у нас в терминале. Так, запрос на техобслуживание, отслеживание бригад на поверхности. Ладно, понятно. Ну, блин, с ума сойти. Да нет, нормально все было. Я спрятался и все. А что дальше-то вот в этой робототехнике? Все, больше ничего. То есть у меня здесь даже никаких заданий нету. Очень жаль. Но это прям офигенный экспириенс. То есть посмотреть, как делаются синты. Шикарно. Обалдеть. Причем как все органично сделано. Это сюда поворачивается, то туда поворачивается. Процессы такие прям супер. If you require maintenance, please file a report with the facilities division. Ага. Ну вообще, да. Это было интересно. Так, окей. Что дальше? Synth retention. Я не помню, как это переводится. Scanning. Subject identified. Робоконтроль. Ага. Так. Seriously thinking of heading over to robotics to knock some heads together. What now? They're dragging so much research. The targeting package so little time. I asked for. Maybe I should take some courses with me. You know, send a message. Please don't. There's enough friction as it is between us and pretty much all the other departments. You going soft on me, Alana? My methods get results, and they will this time as well. You'll see. Нам надо как раз с этим Джастином поговорить. Что-то он какой-то не особо добрый. Ну ладно. А что у нас здесь? Гранаты! Институтские пистолеты, ядерные батареи. Забрать. Патроны, боеприпасы, это мне всегда нужно. Ладно, гранаты мы оставим, фиг с ними. Все равно от них толку мало. Очень неудобно кидать. Так. Крышки что-то тут делают. Так.
А он куда пошел? Подождите, он ушел, что ли? Нет, он где-то... Так, ядерные батареи. Он где-то здесь должен быть. Он же не ушел никуда, правда? Или... А, он мог туда пойти, например. Хотя, ну-ка. Что здесь? Здесь как-то их проверяют, наверное, что ли? Или что-то типа того. Так, пойдемте на... Стоп, что? Ладно. Тут, наверное, ничего интересного. В терминале, я имею в виду. Так, институтский охотник. А, стоп, он ушел, что ли? Ё-моё, пока я тут копался, он, походу, слился отсюда. Ладно. Но они бывают, уходят по институту просто, поэтому... Могут спокойно уйти. Да, вот, 40 метров и 19 метров, они где-то здесь. Так, пойдемте туда. Еще какой-нибудь отдел, да, вот, еще у нас есть отдел. Так, а здесь что? Легкий, давайте попробуем. Так, сейчас мы попробуем слово harm. Один. Может быть, тогда hide подойдет, в принципе. Сходство 0. Значит, это не буква H. Значит, A, R и... или M. Так. Тоже один. Значит, это буква А на втором месте. Сейчас... Ай, блин. Ну ладно. Может, танк? Sweet. Есть. Так, дистанционное управление дверью. Открыть. Ну давай же, боже, что так... Я кликаю, он не кликает. Вот, наконец-то. Очень долго. Так, это мне всегда пригодится. Блин! Опять забился. По полной. Что же делать-то? Что же делать? Черт подери. Из оружия ни хрена не выкинешь. Ракетца тоже не хочу выкидывать. Надо что-то из хлама выкинуть. Так, 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 так. Асбест, ядерный материал, проводка, ладно. Выкинем. Выкинем военные микросхемы, блин. Полезная штука. Отдел высших систем. Давайте-ка сходим сюда. Потом уже по институту походим, поищем этих остальных. Так, сначала осмотр. Отлично. Сколько здесь всего? Шикарно. Синт-уборщик, это чудесно. Туда мне не пройти. A clean and healthy work environment is essential to maximum productivity. Да. Да, чувак, ты прав. Хоть ты робот. Открыть журнал, обновление правил, личные записи. Неинтересно. Здесь что? Тоже терминал. Понятно. Не то. Привет. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. Yes, yes, I know who you are. We all do. While I'm sure father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. Nah. What is it you're working on? Advanced systems, special projects. You've seen the boy, Synth, already. We've been hard at work on him for quite a while now. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Блин, мне было достаточно с ней, то есть поболтать и все, и не надо было весь этот геморрой с телепортом делать. А, черт. Окей. A Courser chip? What's it do? The same thing it does for our Coursers. Creates a link to the relay that allows them, and now you, to get in and out at will.
In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Tell me about the people in your division. I'm not sure what there is to say. Dr. Watson is the Specialist Project's lead scientist. He's, very organized and precise. Dr. Ormond is one of the youngest scientists in the Institute, and she's something of a prodigy when it comes to physics. Так, а чип-то ты мне дашь? Так, записи из отдела высших систем. This is day 8 of trial 6. The last week has been very productive, but exhausting. I think we'll need a break after this. Binet has done some really marvelous work with the personality mesh. It's almost too good. The responses map almost identically to expectations, some of the most lifelike I've seen. Of course, it's not really Sean. None of his memories are in there. That, even now, would be a step too far. It's starting to have an effect on the team, I think. I know I've been caught up in the moment once or twice. Just a second or two, forgetting that he's not a real boy. Still, I think we'll need to consider restricting him to the lab only for the moment. I'm well aware that others are put off by his presence. If I were slightly more arrogant, I might remember consider to that practice a sign good of success. Sanitation habits at all times. Да, не забывай ее придерживаться санитарных норм. Так, а я могу телепортироваться-то? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Где мне там квест надо было сдать? Черт, я забыл. Теплица Гринтоп. Патагонка. А, кажется, здесь. Ну-ка. Нет, нельзя. Значит, надо еще с ней поговорить. А где мой чип-то, блин? I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the Child Synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. I apologize for any disruptions that my work might cause you. Да все нормально, иди уже, робот. Ты слишком вежливый. Ну? Dr. Lee. Is everything okay, Dr. Lee? You seem pretty tense. Yes, things are... It's fine. I'm sorry, I don't socialize much. I prefer to focus on my work. Окей. Ладно, где мне чип-то взять? То есть, я могу забирать ее личные предметы, но спать на кровати нельзя. Ни в коем случае. Только ты приляжешь на мою кровать, поганый ублюдок, и я буду пинать тебя ногами до самого выхода. Где логика, черт подери? All maintenance requests should be directed to the facilities division. Угу, окей. Короче, туда я не пройду. Ладно. Ладно. Может быть, мне квест сначала надо завершить, а потом уже... О, здесь что, вечер наступил? А, то есть вы здесь делаете искусственный день. Ну, слушайте, это клево. Это прям клево, да. Так, а мне надо между тем подниматься наверх и искать этих лопухов. Так, 12 метров мне до одного. Разгулялись они тут по институту, блин, без меня. If you see any suspicious synth activity, report it immediately. Может мы поговорим, не? Excuse me, doctor. So, here you are. Ладно. Justineo, acting director of the Synth Retention Bureau. I'll be up front with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Aw. Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions, It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths,
that are hiding among the human population on the surface. Так, ха. Why would synths want to escape? Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. Тем не менее, они сбегают. Why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our coursers are relentless. Well, I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. А у меня была Пайпер. Она его лупила в ближнем бою, несмотря на то, что он был невидим, а я его расстреливал. Вот и все. I'm no stranger to combat. Even so, a courser should be more than a match for any single combatant. Правильно, нас двое было. Robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. Так. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Что-то это все выглядит очень, знаете, жестоко, короче. Несмотря на то, что как бы да, наука, все дела и все чудесно, и там институт вообще шикарен. Синты слишком человечные. То есть они сбегают. И не потому, что какие-то ошибки, а потому, что вы их такими сделали, искусственный интеллект, блин. Институт большой место. Это может занять время, чтобы узнать, где все. Привет, Док. Они не шутили. Ты действительно здесь. Ну, хорошо. Я Алли. Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? Huh. I guess I just wasn't ready to die yet. Well, that's understandable. The will to survive is the most basic human instinct. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water, and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? On board with what? The Institute, of course. Sean implied you operated on a level, if not equal, then at least similar to the rest of us. Curious. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Так. It must be a challenge to meet the power demands of a place like this. Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of voltage that we can. Over the years, we've learned a few tricks that help supplement our power budget. When necessary, we can tap into select sources on the surface. We take only what we need, of course. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to generate more energy. It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular dematerializer consumes. А вам в голову вообще не приходило вот не включать вот это все освещение, фонтаны, искусственные, мать его, звезды? Не-не, никак вообще. Смотрите, у вас здесь гребаные реки текут. Что, что, это же насосы работают, перекачивают воду, очищают ее, чтобы она, не, блин, не затухала, не воняла, блин. Столько освещения для того, чтобы вырастить здесь внутри деревья. Нет, у нас не так много энергии. Мы выжимаем там каждый киловатт из себя. Что? У вас тут явно по виду столько энергии, что просто...
девать ее реально некуда, как будто бы. Как, блин, вы все это объясните? Бред же, ну. Ё-моё. Разрабы захотели показать интересный, красивый институт, а потом вот такую фигню впаривают. Так, воспользоваться голографической записью с вирусом. А, и все что ли? Это обязательно? Запустить зашифрованную голозапись на любом из терминалов института. Или же воспользоваться голографической записью с вирусом. А, то есть... Подождите, так, я могу просто что ли прокрутить? Разное. Данные с чипа. Записи об исследовании, записи, ключ. Ключи какие-то. Так, так, так. Привет, зайка. Да, запись от жены. Шпильки. Нет, подождите-ка, а где же... Даже не знаю. Ладно, пойдемте терминал какой-нибудь найдем. Я помню, там взламывал какой-то легкий. Сейчас мы... Не, не здесь. Где же он был-то? Где же он был? Где же он был? Кажется, это не он. Это не он, а где же он? Не знаю я. Опа. Тоже не то. Значит, следующий по-любому. По-любому следующий. Ну, робототехника, конечно, это жесть. Как они синтов делают. Как моя схема здесь уже оказалась? Кто-то напинал, что ли, сюда? Так. Загрузить голозапись. Вирус. Понятно. Ну, ладно. А, вообще надо бы сохраниться. Такой важный момент. Так. Так. Большая ID потребовала включить инструкции, так что держи. Краткая версия. Вставь это в любой терминал института и скопируй сообщение. Длинная версия. Патриот уже много лет передает нам короткие сообщения, закодированные с помощью очень коварной схемы шифрования. На обратное проектирование ушло охренеть сколько сил. Патриот настоящий мастер. Но все получилось. Вставь эту голографическую запись в любой терминал института, и Патриот получит наше сообщение на блюдечке. Ты отправляешься в чрево зверя, друг мой. Не верь никому и ничему. Учреждение закрытого типа. Сканирование сети. Загрузка. Сканирование завершено. Так. Готово. Копируется сообщение. Так, что дальше? Прочитать ответ. Читать срочный ответ. Встретиться с патриотом. Встречаемся в зале обслуживания отдела высших систем. Так, неужели это... Ага. Теперь вы можете... А, все. Теперь вы можете быстро перемещаться в институт и из него. То есть, смотрите, у меня сейчас два задания, что ли, появилось? Ну-ка. Задержание. То есть, поговорить с отцом. Сказать, ага, парниша. Вот он. Злодей-то. Или же... Встретиться с патриотом. Так. Ладно, давайте попробуем встретиться с патриотом. Где снабжение, да? Нет, высших систем, что ли? Я забыл, блин. Здесь... Да, отстань. Так, биосайенс, роботикс, синс ретеншн. Ага, вот, Advanced Systems. Может, это та тетка? Так.
Погодите. Ну и где? Может, это ты? Health and happiness go hand in hand. If you encounter a hazardous chemical spill, понятно. Please alert the facilities division immediately. Подождите, что там было написано? Встретиться с патриотом. Ну и где же? А, подробности. Так. Встретимся в отделе высших систем в техническом помещении. Отдел высших систем. Я же и так в отделе высших систем, да? В каком техническом помещении? Я не знаю, подождите. Отдел высших систем, техническое помещение. Где, где, где? Терминал, а нельзя. Так. Здесь закрыто. И мне это никак не открыть, да? Remember to conserve power at every opportunity. Угу, конечно, свет везде у вас включен. Вы прям охренительные экономщики, просто, просто супер. Ничего не понял? Почему? Почему, почему, почему? Подождите. Отдел высших систем, да. Тогда может... Synth unit, you were scheduled for maintenance duty in SRB last night. Anything you'd like to report? Nothing to report, sir. I carried out my duties, as usual. Dr. Ao saw you accessing a terminal. You know you are not permitted to access terminals in that section. Is Dr. Ao mistaken? Yes. I mean, no, he's not. But I was only... What is it? Were you or weren't you accessing a terminal in SRB? I was, but I swear it's not what it sounds like. I was cleaning the terminal and it switched on by mistake. I was just shutting it down. Was that a stutter? Have you developed a defect? Maybe you need to be reset. Sir, I assure you that won't be necessary. It won't happen again. See that it doesn't. You don't want me to tell you twice. Now get back to your duties. Блин, а она врет. Синт врет, вы понимаете, да, что это значит? Так это ты! Hey, it's me. So you're the one who sent the encrypted message. Ты стоишь здесь с самого начала. I wasn't sure anyone on the surface would have a chance to crack Trinity. You know, the encryption algorithm. A friend named Tinker Tom cracked your encryption. He must have had some serious hardware to pull that off. Wow, your message was only one word. Friend. What did you mean by that? The railroad sent me to look for someone they call Patriot. That's you. What? The railroad? As in the railroad? And they gave me a code name too? I kept sending synths to the surface hoping someone would help them. I hoped the railroad got to some of them, but I never knew for certain. How did you help synths escape? Through hacking. The departments focus their best talents on hard science. Why waste time on terminal security, right? The SRB is the exception, and unfortunately, they control which synths go to the surface. But a forged work order from, let's say, Bioscience can get a hand-picked synth on surface detail. And it turns out the railroad was waiting for them. Wow. Why are you helping synths? At first, I just wanted to see if I could get away with it. It was a challenge, you know? But then I realized the synths are really just like us. Except without any freedom. I decided to help the ones that wanted to escape, so they can have a better life. You saved a lot of synths. So much to take in. But, wait. With you in the picture, I have this idea. To rescue a lot of synths. At once. But we'll need help. Where's he working now? Right. Let's go to the West Atrium. Probably best to talk about something else right now. Huh. Следовать за Лаймом, который тупит. Living hell on the surface. But that can't be right. Heck, you look positively normal to me. Чувак, там реально ад. No offense. Там реально ад. Там просто жуткий ад. Посмотри на меня. Посмотри. The surface actually a decent place to live, but that doesn't mean we shouldn't at least try to help. You know? Там жопа. Вы 200 лет ни черта там не делали. Как вы думаете? Как ты думаешь, что там будет?
Капец. Я вот до сих пор сомневаюсь, мне с институтом быть или все-таки с ним. Мне надо удостовериться по поводу синтов. It's me. Sir, do you require something? It's okay, Z1. He's a friend. He's with the railroad. Meeting here is dangerous. And you bring a stranger. You. How do I know we can trust you? Так, говорить-то мы будем или нет? Because the members of the railroad have dedicated their lives to fight for your freedom. I thought only Mr. Binet cared. But your friends actually fight for us? That's what the railroad does, Z1. He's from the surface. I've never met another human willing to help. But, sir, we must make this quick. Right now. How many synths want to escape, Z1? The ones I know for certain? 13. That'll take forever. Let's free those 13 all in one go. I would do anything for my people. But how do we get them to the teleporter? It's no good. The old maintenance tunnels that lead there are always sealed. By the SRB. Hmm. If I can find a way to open those doors, could you get your synths to the teleporter room? Yes. We'll talk later. Someplace more secure. Just a few high security doors, right? Controlled by cutting-edge SRB security tech. Yeah. A head-on hack is the sucker play. So we go at them sideways. You're willing to help, right? I can't do this alone. What do you need help with? Our core security architecture hasn't fundamentally changed from the old CIT days. The original security program was called Code Defender. Revolutionary stuff. We still have terminals running version 1, mothballed in storage. With some persuasion, I can get an old terminal to interface with the new security terminals. Enough to open doors, at least. Problem is, I can't even crack version 1. So I need a good old-fashioned username and a password. And that's nowhere to be found in the Institute. But if you could get me a pre-war admin password from the surface, I could log right in. Hmm. Where would I find that? Unfortunately, I don't know. The obvious place won't work. The CIT ruins were picked clean years ago, but some of the admins had to live off campus. Ask your friends in the railroad. I need those login credentials. Так, ну что ж, дорогие друзья, получается, что мне нужно теперь поговорить с Дездемоной и, в принципе, переместиться в подземочку. Ну что ж, даже не знаю, как мне поступить. Вроде как синты-то хотят быть свободными, просто... То есть, я много чего слышал о том, что они реально как люди. И я склоняюсь, конечно, уже к тому, чтобы... Не пойти вместе с отцом, пойти против института, потому что как бы здесь все прекрасно и чудесно не было, но да, не знаю. Зачем они вообще этим занимаются, делают этих синтов? Зачем столько много? Они что, целую армию создают? Это же непонятно. То есть мне вот этот момент реально что-то не очень понятен, зачем делать столько синтов? На какой черт все это? Почему бы что-то не разрабатывать как-то? Почему бы не поднимать жизнь на поверхности? Не отстраивать там город прям над институтом, чтобы он разрастался постепенно? Нет, они занимаются какой-то ерундой и живут под землей все время. Что-то вот это мне непонятно. Так что, скорее всего, я пойду по ветке, где я не буду с этим отцом, который, в общем-то, сын. Ну что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.